B1, B2, C1D виза, F1, M1, OR, L1, EB5, E2 и так далее. Ребят, ничего этого не нужно. Заполняете анкету один раз в год, ну и ждете свой выигрыш. Я говорю о лотерее Green Card. Уже 27 лет разыгрывается Green Card в Соединенных Штатах. Около 50 тысяч выигрышей. С единственным исключением в этом году теперь нужно будет проверять, выиграли вы или нет на сайте. Если раньше вам приходило письмо на электронную почту, то сейчас этого не нужно. Сейчас вы сами проверяете и смотрите, выиграли или нет. Ну, что мы вам хотим пожелать? Ну, естественно, желаем вам победы. Потому что бывает, да, что удача поворачивается к вам лицом. Мы будем держать за вас кулаки, если вы выиграете. Я надеюсь, вы выиграете грин-карту. В дальнейшем вам нужно будет провести ряд мероприятий. Мы знаем, что нужно сделать для этого. Мы вам поможем, обращайтесь. Итак, всех с победой. В конце этого видео я выложу ссылку на сайт, где вы сможете проверить свой выигрыш. Итак, всем всего доброго. Пока.